Здорово, братан. Здорово. Ну чё ко мне переехал-то? Ой, нет. Военкомат. Ты нормально? На! Ау! Живешь по моим правилам. Ладно. Я снимаю в ТикТок. И мне нужна твоя помощь. Ай, ладно. Сейчас все сделаем. Забирайся в пакет. Да ёкарный бабай, почему он такой тяжелый? А почему я должен быть в мешке? Ну ты не хочешь, чтобы на тебя мужики смотрели? Нет. Ну вот и я не хочу. Поэтому скоро сюда приедет доставчик. А вот он. Поехали! Что происходит? Ауч! Ау! Ханутала шара в натуре. Натикья! Ауч! Надеюсь, это не то, о чем я думаю. Я тоже об этом надеюсь. Ну и что дальше? Ну там рядом есть веревка. Что? Что, веревка? Ну ты дерни и выберешь. То есть я все это время мог выйти отсюда. Да дергай уже. Зачем ты нарядил меня так? Сейчас все увидишь. Сделай вот так вот. И повернись. Вот, теперь правильно. Стоять, один сжатый. Ауч! Стоять! Ау! О, деньги. Вот так снимаем. Отвалить от меня! На! На! Киёш! Да я буду жаловаться. Да подойди ты, прыгай же, просто не приставай к нему. О, хорошо. Ау! Так, все, меня здесь не было. Главное деньги взять. Валим! Я настел на бутерброд! Хочешь школу? И ты жив, кстати, круто. На! Тупая кола. Я же говорю, если хочешь жить со мной, живи по моим планам. Но я не хочу так жить. Зачем мне эта аудитория насильников и извращенцев? Ну, как нормальная аудитория. Не особо, если не хотят тебя поймать. Ну, привыкай. Я не хочу к этому привыкать. Короче, завтра все обсудим. Привет, так. А еще я напьюсь много кока-колы, и теперь у меня много сахара в крови, так что я скоро отрублюсь. И где мне спать? Он мне ничего не показал здесь. Я не знаю, где тут кровати, где можно спать. Его откачивать не буду. О,